Привет, пупсик. Привет. Куда мы едем? За елками со мной зайчики. Да, мы едем за елочкой, и вот Даши с собой зайчики. Угу. Поедем, выберем нашу красавицу красивую. У нас есть мама у этих зайчиков. Кто мама? Ну, она дома осталась. Мама. Большая зайчиха, да? Угу. Ну, хорошо, едем. Едем мы за елочкой. Погода сегодня хорошая, солнечная. Да, у этого голубые, у этого розовые. Все правильно. Идем, там покажу. Сколько елочек. Все такие красивые. Большие. Класс. Елочку охота. Там всякие упаковочные штучки. Дашка куда-то уже убежала, там куча игрушек. Здесь куча игрушек. Здесь такая колясочка. Привет, ребята. Мы сегодня нашли носки, которые меняют. Вот такой носок. Эх ты, круто. Ага. Еще мы нашли вот такого Дед Мороза. Я нашла. Эх, ничего себе. Это в него даже это. Можно конфеты складывать. Да. Такой прикольный Дед Мороз. Еще у него звенья. Сейчас я к папе подойду. Папа там елочку какую-то присмотрел. Такие игрушки. Ребята, мороженки, еще пироженки. Я нашла вот такую звезду, кажется, новогоднюю, да, на елку. Да, большая звезда. Угу. Даша, смотри, какие рюкзаки. Да, видела. Тут еще есть много. Вот такой котик просто здесь. Котик. Еще я нашла или мамонтенок, это я не знаю. Мамонтенок. Точно, мамонтенок. Что я тут находила? Идем еще посмотрим. Вот такую курочку. Это не курочка, Даша. Это из динозавров. Птеродактиль. Вот, гекко. Я нашла гекко. О, гекко есть. Тут еще есть мишки, мимишки. Ой, это маленькие подвижные щенки, ребята. Да, механические. Угу. Еще я находила вот такого большого мишку. Очень большой мишка. Еще тут есть вот такие зайчики. Ой, а мне вот этот зайчик нравится, Даша, смотри. Я нашла еще... Такой в платьишке. Я нашла большого мишку с сердечком. Вот. Еще нашла вот такого маленького этого. Жирафика. Еще одного такого больше нашла. Да они тут совсем здоровые все. Ага. Огромные медведи. А вот мой там. Точно такая же кроватка, да, как у нас. Один в один. А вот двухъярусная. Да. Для малышек. Еще видела, вон тут сколько ляль. Нет, тут Бэби Бона точно нет. Это магазин Rich Family. Здесь Бэби Бона не будет. А здесь кто-то похожий. Вот Warm Baby. Новорожденный малыш. Мой малыш. Очень похожий на Бэбика. Пойдем к папе. Папа елочку выбирает. Сейчас выберет без нас какую-нибудь лысую страшную елку. Такая прелесть. Да, тут такие домики классные. Снеговики есть. Есть щенки. Да, тут снеговички и щенки светящиеся. Круто. Зимние шарики красивые. Заснеженные это? Да. Мне тоже нравится. Очень много елок.
Даша колокушку все нашла. Прямо она почти свой рост, Даша. Что там? Стоит. Хлопушки выбираете? Да, хлопушки, смотрите. Не знаю даже, сколько стоит, что-то не написано. Рублей 200, наверное. Да, ну да, не больше. Не должны больше стоить. Ты только приехала, ты уже устала? Мы тут 10 минут проходим. Ты как устать-то успела? Малышечка. Танцующего. Да. Я нашла вот такую собаку. Тебя на канале. Там, может, на другую ножку нажать надо, нет? Нет, это тут видно. Гавкнул только что. Да. Вот и сложно. Давай оленя покажем. Вот он здесь тоже, смотри. Уже я взяла вот такого. Давай оленя. Нажимай на лапку оленя. Что такое у меня? Пингвин. Пингвин с пингвином. Угу. Нажала? Нажимала. Давай нажму. Ой, у него тут чуть ничего не... А, вот. Ой, там ходит. Прикольный. Это мы уже в другом магазине, да, доехали к другому магазину. Вот они, другие елочки. Постарали мы. Но нам понравилось больше в Ричмонде елочка. Вот такой горожий. Вот они все эти игрушки. Мам, выключи его, пожалуйста. И он тоже ходячий, да? Тоже ходит. И щечки светятся. И песенку поет. Причем все песенки американские, исключительно. Американские. Камин, елочка, как комнатка сделана. Класс. Здесь тоже есть классные елочки, но по цене нас не очень устроили. И качество даже вот как-то похуже, чем вот в Rich Family. Ну, на тот рост, который мы хотели. Так что сейчас поедем обратно забирать елочку туда. Прикольный какой, да? Хорошенький Сейчас мы нашу кнопку отдадим в муравейник, она там поиграет, а мы пока еще что-нибудь посмотрим. Вот. Это она давно просилась? Давно мы не были. Неделю назад. 25. Всего-то. Да-да-да. Мы пошли? Я съеду, ребята, я съеду. Так, вниз головой. Идем. Идем, я тебе штаны переодену, чтобы тебе жарко не было. Пошли. Так, мы приехали домой. Вот наша мадам светится. Мы купили нашу елочку. Вот она стоит. Собирать мы ее будем завтра. Пойдемте домой. Пошли. Красота. Я. Дай мне подставочки.
вот такие подставочки. Туда идут большие, да, такие здоровые. Да. О, какая подставка здоровая. Во, большая немножко подставка. Ого. Вот у нас в квартире жарко, поэтому мы одеты очень легко. Вот папа вытаскивает елочку. Вот она, карта. Вот это елка. Обалдеть. Смотрите, вот она собирается, да, в длину и распускается. Она с шишками. Бусь тоже пришла посмотреть, да? Что это за елочка такая, да, Бусь? Что вы принесли? Бусь, ты что облизываешь? Ты есть собралась? Это не мини-то можно. Да-да-да, это кушать не надо. Сама... Вот она какая. Ребят, у нас вот две елки. Вот у меня шишки. Это не две елки, Даша, это две части от елки. А-а-а. Да. А я смотрите, ребята. Да, и мы ее так расправим завтра, и будет супер-супер. Вот таких еще ленюшек на окно взяли. Да. Симпатушно. Вот такую кофту. Сейчас я вот так их сделаю. Вот. Вот они блестят, не видно. С папой купили вот такую кофту. И вот такую кофточку Дашеньке взяли, да, с пайеточками. Она такая мягкая-мягкая вся. Но она цвет, да, она вроде меняет. Ну так, да, на серебро. Такая она прям мягенькая. О, внутри она-то какая. Так, и наши оленюшечки. Вот такие оленюшечки классные. Вот они как светятся на окошко. Еще мы взяли носочки. Носочки взяли, перчаточки вот такие взяли. Холодное сердце. Вот они тут блестят. Они могут носиться без вот этой. Такие тоже прикольные перчаточки. Пожалуйста, ваши перчаточки. И носочки в горе взяли. Мне очень там понравились носочки. Блин, вот эти я себе взяла. И вот эти вот я себе взяла. С киской, не знаю, нравятся мне. Такие. А вот такие с блестящими полосочками Даша взяла. Ты мне купила блестящие. Да, вот такие, смотри. Вот такие у тебя будут носочки. Вижу. Блестючки. Что это там, перчатки пытаешься отковырять? Да. Давай помогу.